Добрый день, мои дорогие вязальщицы! Сегодня с вами решила разобрать вот такой несложный рисунок к модели как бы вот полуверки Мано. Рисунок вот поближе смотрится на модели вот так. И сам рисунок вот такой. В общем, состоит он из воздушных петель, столбиков без накида, столбиков с накидом и соединительных петелек. Узор несложный. Простой вообще в исполнении, можно даже так сказать. Для образца нам нужно связать 21 воздушную петельку. Но если кто-то вяжет образцы чуть больше, ну, это уже на ваше усмотрение. У меня уже набрано 22 с подъемом 1 и 4 воздушные петли первого ряда. 1, 2, 3, 4 петли первого ряда. И у нас отступим 9 петель. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вяжем столбик без накида. Четыре воздушные петли, 2, 3, 4 петли, и отступив 3 петли на цепочке основания, 1, 2, 3, и вот в четвертую снова вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4 воздушные петельки и в четвертую петлю столбик без накида. 1, 2, 3, 4 и далее четвертую столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ну и в крайнюю уже получается столбик без накида. Теперь 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, разворачиваем вязание и вот под первую арочку у нас вот арочки получаются из четырех воздушных петель. Нам нужно связать 4 столбика с одним накидом. Один, два, три, 4. Это вот у нас вот 4. Теперь 2 воздушные петельки. К следующей арочке прицепляемся столбиком без накида. Снова 2 воздушные петельки. И вновь 4 столбика с накидом. Под следующую арочку вяжем. И так до конца ряда. 2 воздушные петли. Прикрепляемся вот под эту арочку столбиком без накида. Снова 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом с одним. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, столбик без накида, 1,
2 и снова 4 столбика. Здесь у нас в конце, если есть это край, то идет 5 столбиков с накидом, потому что одна еще будет кромочная, как бы. 1 2 3 4. Ну и вот здесь, конечно, лучше не с подряд, а лучше в крайнюю петельку вступить последний столбик, чтобы было уже не двигалось вязание. Сейчас следующий ряд, вот следующий ряд у нас будет третий ряд. У нас идет по, ну, вот здесь только одна петелька подъема и по 4 воздушные петельки. Присоединяемся вот как бы вот над столбиками с накидом одна арочка, там где у нас было вот присоединялись мы по 2 воздушные петельки вязали, здесь у нас 4 воздушные петельки и снова присоединяемся, вот мы получается присоединяемся в начало и в конец столбиков, вот этих 4 столбиков с накидами, и следующая снова идет после 4 воздушных петелек снова в начало, снова воздушные петельки и опять в конец. Воздушная петля подъема и 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вот у нас закончилось здесь. Столбики как бы закончились. Присоединились. 1, 2, 3, 4. Вот у нас здесь получается, вот сюда мы присоединяемся. Снова 1, 2, 3, 4. Присоединяемся. Вот у нас получается, мы присоединяемся. Вот где. 1, 2, 3, 4. Мы отступаем. Вот у нас вот эта часть из воздушных петелек. Присоединились там, где начинаются столбики с накидом. И 1, 2, 3, 4. Ну, здесь уже самую крайнюю петельку. Следующий ряд. 3 воздушные петли. Вязание разворачиваем. 2 воздушные петли. 1, 2. И сейчас мы вот над арочкой, где у нас было вот у нас сейчас же был ряд из воздушных петелек, вот мы к нему присоединяемся, там где столбики, тут у нас вот, ну, интересно будет оно здесь смотреться, так как бы вот крестик, что ли, вот как будто связанный. Вот так мы присоединяемся именно вот под эту арочку. Снова 2 воздушные петли и начинаем вязать под следующую арочку. Вот как раз здесь у нас была вот как крестиком, и под эту арочку мы над крестиком будем вязать столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли, присоединяемся под следующую арочку. Снова 2 воздушные петли и столбики с накидом. Пошли под следующую арочку. Три. Четыре. Две воздушные петли. Присоединяемся вот под арочку, под эту, под следующую.
столбиком без накида, снова 2 воздушные петли и столбик с одним накидом, вот, где у нас здесь крайняя петелька. Далее у нас идет 5 воздушных петель, 1 петля подъема и 4 ряда уже следующие петли, 4 воздушные петельки, это следующий ряд, 1, 2, 3, 4, вот как бы вот этот крестик видно, вот мы его пропускаем и вступаем. Снова 1, 2, 3, 4, вот это пропускаем и вступаем уже. 1, 2, 3, 4, здесь мы пропускаем крестики, потом мы пропускаем столбики без, с накидами. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. И здесь у нас идет в крайнюю петельку. Присоединяемся. Далее вязание разворачиваем. Если у нас вот как бы крестик вот этот вот, как я вот его всю смотрю, что вот он крестик по рисунку идет. Если вот такой крестик, то над ним дальше уже идет, когда схемы нету, идет вот как вот 4 столбика с накидом, чтобы ориентироваться так, там где крестик, там столбики с накидом, там, а где рядом, здесь будет воздушные петельки, и в середине присоединяемся столбиком без накида. 1, 2, 3 и край, с краю раз оно, то их 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, присоединяемся столбиком без накида под арочку из 4 воздушных петелек, 1, 2, столбика с накидом, 2 воздушные петли, присоединяемся сюда, снова 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом. Вот здесь 4 столбика с накидом, и в крайнюю петельку еще вяжем 1 столбик с накидом. Вязание разворачиваем. Петелька подъема и 4 воздушные петли. Присоединяемся. В общем, уже думаю, что понятно. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Вот в крайние. Далее 1 воздушная петля, нет, 3, 1, 2, 3 воздушные петли, 2 петельки и вступаем столбиком без накида. 1, 2, 4 столбика с накидом, 4, 1, 2, столбик без накида, 1, 2 воздушные петельки и столбик с накидом, вот сюда в крайние петельку. Вот, в общем-то, рисуночек уже видно. Вот это я связала образец из тоненькой пряжи. Конечно, можно еще из более тонкой, но из крупной вяжется не хуже, смотрится. Темное слишком. Вот такой узорчик получается. Вязала я ниточками, вот ниточки Лизе Форева. Здесь у них идет 327 ярдов, ну или 300, что ли, вот метраж в 50 граммах, 300 метраж идет. В общем-то, ниточки тоненькие, но они как-то, как я не знаю, вот даже можно сказать, они как немного стретчевые, что ли, вот какие-то такие на ощупь приятные. Вязание крючком вязала 1,75, хотя по модели здесь используется крючок номер 3,5, то есть вот что пряжа более тонкая, как смотрится рисунок, и плот, ну как бы вот потолще, здесь может быть и не толще, но он более ажурный идет узор. Вот здесь вот 110 метров в 50 граммах, в общем-то, по модели довольно таки поплотнее, скажем, по меньше метраж в пряже. Рада была, если вам буду, если вам понравилось кому-то, если пригодилось. До новой встречи. До свидания.